Итак, продолжаем наш рассказ. И у нас матч полуфинала Виннеров. Дося Фаталити. ЗТНчик. Вид из глаз Доси. Количество демок и повы. То есть из чьих глаз демка, оно строго, как говорится, ограниченное. Так, Доси, ну, так не слабо аркадничает, я смотрю. На самом деле, нетипично для него вообще начало. Очень нетипичное. Он сразу полез воевать за айтемы. Обычно на ЗТН, ну и в целом в то время вообще не рискует. Доси с плазмой, даже за ракетой. У него даже нету сейчас армора, он просто пушит Фата. Блин, обычно Фата все боятся. А вот если попал, то может быть... Пипец, как Доси пушит. Жестко. Ну, на самом деле, вот так даже по стилю, по стрельбе, опять же, не скажешь, 2001 год. Просто Фата. Блин, Фат, наверное, в шоке, потому что против него обычно так не играют. Обычно против него все жмутся. Там тоже аркада с той стороны. Так, здесь очень мало осталось у Доси. Что, полезет на мигу? А где Фат? Фат тоже там, на самом деле, наполучал. Поэтому... А вот здесь неудачно. Может не выйти, но ракета просто жесткая, потому что это мига лежала. Я думаю, Фат не знал, что мига осталась, поэтому он так неуверенно туда заходил, спускался аккуратно. Так, здесь могут Досю сбрить. Как он живет, я в шоке. Ну, неплохо, неплохо для 2001-го. Попадают много. Плазма неплохо идет, потому что плазму вообще обычно для галочки брали. Нет, здесь все нормально. Соответственно, это Винера, еще никто из игроков не проиграл. А во второй паре Винеров Лексер с Лакерманом. И там Лакерман очень крупно выиграл на хабе. При том, что, ну вот хаб, она вообще стала коронкой русских на этом турнире. Но, как оказалось, у Лакермана она тоже в порядке. Там что-то 21-5 они сыграли. Ну, демка, к сожалению, этого матча отсутствует. Было бы, наверное, конечно, эпично, на самом деле. Лекшер Лакерман. Потому что некоторые матчи, ну, вот из разряда там... Как было в прошлой части Фаталити, Пеле. Они реально, ну, единственный в истории матч, мне кажется, между ними. Больше они, грубо говоря, не встречались, потому что просто не было такой возможности. Там Фат ездил везде, Пеле очень редко выбирался на мировые чемпионаты. Просто вот, ну, там один раз в жизни пересеклись. Соответственно, Фат... не Фата, а Лакерман и Лексер — это в принципе разные поколения игроков. По сути, вот на перекрестии они там встретились. Лексер только начинал набирать обороты, а Лакерман, по сути, ну, фактически на закате карьеры. Ну, я, конечно, так утрирую, но на самом деле я не помню, вообще после этого турнира Лакер играл или нет. Это 2001-й. На ВЦГ 2001, по-моему, Лакермана не было среди участников. Это май. Это турнир май. Финальная часть Польхоланд. Вот. В 2001 на ВЦГ, по-моему, не играл. По-моему, Прозак там был плохо. Плохо помню. Он все-таки другой турнир. Но и столько времени уже прошло. Но, мне кажется, чуть ли не последний его турнир. На самом деле, что-то захотелось посмотреть. Гляну на 58.ru, там же статистика игроков турниров есть. На секунду отвлекусь ради этого дела. Просто очень интересно стало. Потому что, ну, Лакер считался один из самых крутых игроков в свое время. В начале Q3 фактически это был топ-1 Европы. Ну, считался. И челик... С Quake World, да, там топ-2 мира. Блин, найду
Найдется, найдется. Аккерман. Ну, потом к игре. Здесь просто пока в игре все равно затишье, такое плотненькое 2-2. И уже аркада... Да, фактически это его, по сути, последний турнир. На Квайкон 2001 он играл, 5-6 место занял, август. И, собственно, на этом все. Но мы еще Алкерман сегодня в деле увидим. Ну, а Дося... Дося тебя еще покажут и в следующие годы. Ладненько, у нас опять же треть игры прошла. Перестали друг на друга лезть. На самом деле на кону, ну, очень серьезная стадия, да, там финал виннеров. И начало просто какое-то дичайшее было. Я не знаю, может, у Доси какая-то домашняя заготовка была. Может быть, он знал, что Фат знает, что Дося такой оборонительный игрок. Он решил вначале его удивить. И... Ай! На самом деле, может быть, даже повезло, что рукиджамп не сработал. Не то, что не сработал, это как бы он даже не выстрелил. Видите, волнуется на самом деле Досик. Там птичку не взял, рукиджамп не получился. А Фат так подпрессовывает. Фат, соответственно, очень крупно обыграл Пеле на ЗТН, по-моему, туром ранее. Ну, скорее всего, Пеле он больше всего опасался. Потому что Пеле на слуху был давно в России. А как раз Лексер, Дес, они такими темными лошадками ехали по большей степени. Я, соответственно, на этот турнир вообще не поехал, хотя квоту имел, но перешел в киберфайт буквально за хорошей, кстати, ракеткой. Буквально там за пару недель до этого турнира и начал работать над сайтом плотно. Ну и без меня там тоже оказалось вполне ничего. Так, ну время идет, ничего не происходит, стандартный подлов. Причем там Фат очень толстый. Он даже на самом деле развернулся, попытался, мне кажется, ну подумал о том, что может быть проатаковать. Понимает, что Дося не особо много армора имеет. Но Дося на самом деле здесь неплохо копался на плазме. Так, услышал. Но после того, как, грубо говоря, берешь три желтых на плазме, надо по-любому куда-то выходить, что-то пытаться отъесть. Дося реально нервничает. А вот сейчас уже не успеет он. Здесь нельзя прыгать, потому что можно не уйти с этого армора. Сейчас мог съесть красный. Ну и даже главное не то, что съесть. Главное то, что сопернику не дать отъедаться и не быть 200-200. Здесь все подловили. Здесь Дося не должен выживать, здесь просто сам себя загнал. Но вот последние, не знаю, там 5 минут, не 5, минуты 3, Дося реально прям ошибка за ошибкой, вот такие нервные. Не ошибка игровая, там, ну, лоханулся, не туда пошел, а именно вот видно, что какое-то волнение. Так, сейчас могут загнать. Офигеть. Как повезло. И вот опять же, ну, рискованно очень Дося играет. Сейчас ведь... Ну, здесь шансов никаких. Даже если бы 2 попал, он бы не выживал. Фат все четенько, уверенно делает. Ну, время, конечно, много еще. Если сейчас убить Фата 6-3 и там больше 5 минут, но Дося что-то, по-моему, подсдал. Сдался. Потому что и лезет как-то нелепо. Ну и по факту не было ни одной ситуации, ну вот кроме первых там пары минут, где Дося, я не говорю про контроль, но хотя бы вот в этих стычках реально много демеджа наносил. Фат просто не дает, все делает четко.
просто не дают играть. Так, сейчас. Что-то нормально съел за долгое время, еще отжал. Мега, ну вот момент, когда надо душить. Потому что время сейчас просто будет. Против Доси играть. Ему очень нужна ракета, во-первых. Потому что на СТН здесь может, конечно, так шафтом, но в какой-нибудь телепорт шафтом не прыгнешь. Могут подловить. Дося думает о желтых сейчас. Но нет, здесь пока все четко. Мега. Так, здесь надо закрывать. Да блин, где твоя стрельба, Дося? Ну какой же ты толстый был. Фат, в принципе, не был там особо дохлым, прям в нулину. Но ракета ужасная. Ну, на самом деле, не ожидал Дося, что Фат так близко окажется у этого прохода. Он, в принципе, догадывался, что Фат не ушел из этой комнаты. Но все равно, прям по стрельбе, по движениям было видно, что его застали врасплох. Тайминг, короче. Мистайминг получился. Но сейчас, конечно, отдав фраг в такой ситуации, практически нереально на стене отыграться. Только если соперник не будет играть в привычном стиле, не будет уходить в оборону. Но Фат в оборону не уходит, он просто дальше пушит и должен убивать он его. Блин, жалко из глаз Фата нет этой демки, потому что ну, ракетка у Фата очень хорошая. Прям вообще без шансов перестреливает. Этот дэмэдж фактически вообще роль не играет. С учетом даже не времени, а того, как в принципе матч складывается. То, что просто не было пока ситуации, где мог Дося. Так, там, по-моему, дохлющий Фат. Здесь прыжок на Мегу. Да, Фат, все, уже пошел по телепортам бегать. Потому что, ну, ему смысла сейчас нет вообще стреляться. Вернее, он даже не то, что пошел по телепортам бегать, он просто ушел в телепорт, не стал ничего больше делать. Ай, вот чуть-чуть повыше бы ему мышой дернуть. В принципе, ракета залетала такая именно, которая могла убить. Все, Фат. Кемпери телепорт. Ему больше ничего сейчас не надо. Каждая секунда на него работает. Здесь, по идее, там нет вообще хп. Блин, ну вот как назло, Рейл весь в молоко. В начале матча гораздо лучше заходила. Фат будет на плазме сейчас отсиживаться. Ему вообще резона нет. Лезь. Ну и Дося, я думаю, здесь уже понимает. Но здесь нереально отыграть. Просто нереально. Фактически один раз ты убьешь, и может спаун, например, еще на гренках быть, да? Ну вот, если бы он был на гренках, еще как-то, там 8-4, но все равно это много фрагов. А, Фат еще и, походу, 10 секунд ждал. Блин, как он... Ну, обычно форс респаун 10 секунд, да, не спауниться можно. Может, там все 15 были, но вообще по правилам 10. Просто создалось такое впечатление. В общем, обычно на 13.30, ну, нет смысла. Просто, когда ты ждешь респ, ты можешь в итоге переждать, и челик уже там полкарты пробежит, и ты реально прямо перед его носом можешь, ну вот, по закону подлости появиться. Обычно, да, там форсит. Когда уже совсем там, да, 30 секунд остается. Когда реально каждая секунда важна и, ну, уже прям вообще никакой роли не играет. Здесь Фат подождал. Ну вот, если близкий спаун, то шанс есть, да. Или вот здесь может появиться. А, Фат не спаунится, Фат опять сидит. Где он появится? На гренках? Нет. Повезло Фат, на самом деле, очень сильно сейчас. Но все равно не догнать было бы. Никак.
На Т2 еще реально. Да и то нет, на Т2 может даже на самом деле проще бегать. Там просто больше шансов на халявные респы. Потому что в принципе их меньше респов. На карте карта меньше. Дойса падает лузера, здесь best of 1.